Дорогие друзья, астрологи, работающие над совместимостью знаков зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с другом и каждый раз хотят чем-то насолить. Нас повсюду окружают завистливые люди, злые, высокомерные люди. Они все вокруг нас. Иногда это просто знакомые, а иногда коллеги, друзья и даже родственники. Думали ли вы когда-нибудь о том, какой знак зодиака является для вас злейшим врагом? Астрологи выявили закономерность, по которой сразу понятно, от кого следует держаться подальше и по возможности даже не заводить разговор. Овен. Представители этого знака просто ненавидят занудных людей. Овен по гороскопу полон энергии и жизнерадостности. Этот знак зодиака не может наладить общение с вялыми, пассивными и ленивыми людьми. Из-за этого овны постоянно ругаются с близнецами. Их враждебность основана на депрессивной склонности близнецов. Телец. Тельцы – очень серьезные, бескомпромиссные и ответственные личности, которые, на удивление, терпеть не могут подобных им людей. Тельцам нравятся в людях отзывчивость, доброжелательность и способность поддержать. Такой знак зодиака на дух не переносит козерогов. Все потому, что у них на первом месте деньги, а алчность и жадность затмевают их глаза, заставляя идти по головам. Близнецы. Близнецы – жизнерадостные, беспокойные и суетливые люди, за счет чего легко могут впасть в депрессивное состояние. Представители этого знака стараются избегать унылых людей. Типичным близнецам очень тяжело ужиться со скучными, иногда даже мрачными рыбами. Рак. Раки – чрезмерно невозмутимые и порой отрешенные люди. Им по душе тихое времяпровождение и монотонный ритм жизни. Они никуда не спешат. Для них враг номер один – скорпионы. Суетливые, живые, полные драмы. Раки не любят чересчур активных личностей. Лев. Львы полны уверенности в себе. Они вольные, отважные и храбрые люди. И на дух не переносят таких же, как они. Их главным врагом является дева, такая же самоуверенная и высокомерная. Но лев считает, что существует лишь один царь. И это он сам. Дева. У дев всегда все должно быть по своим местам. Это касается всего. Больше всего они боятся хаоса как в вещах, так и в мыслях. Этот знак зодиака старается избегать любого беспорядка, чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или вообще душевного расстройства. Поэтому дева больше всего ненавидит водолеев, которые сеют повсюду бардак и суматоху. Весы. Весы излучают безмятежность и гармонию. Они добродушные и миролюбивые личности. Представители этого знака не переносят тех, кто пытается командовать ими. А больше всего они ненавидят, когда на них кричат. Именно поэтому весы не дружат с овнами. Овен – очень властный и импульсивный знак, который своим напором напоминает танк. А весы этого не переносят. Скорпион. До поры до времени этот знак зодиака кажется очень тихим и спокойным, но на самом деле его представители беспощадные, мстительные и коварные персоны. Скорпионы ненавидят мечтателей и водолеев. Они для них нелепые, скучные и вообще не от мира сего. Скорпион никогда не станет дружить с водолеем и точка. Стрелец. Стрельцы полны уверенности, энергии и бодрости. Эти люди возглавляют список самых успешных личностей. Стрельцы – безобидные враги. Они не могут долго злиться на тех, кто их обижает. В личной жизни у них всегда все складывается лучшим образом, и на работе их поджидает успех. Вообще, стрельцы среди зодиакального круга – довольно уважаемая персона, и врагов, как таковых, у них нет. Козерог. Козероги неутомимы и почти никогда не чувствуют усталости. Они никогда не стоят на одном месте, всегда идут только вперед. И поэтому ненавидят занудливых людей, которые не любят активную жизнь и предпочитают сидеть дома. Враг для козерога – рак. Водолей. Водолеям свойственно непостоянство. Они очень любопытны, любят познавать все новое. Они ненавидят людей старой закалки, которые привыкли ко всему старому и придерживаются старого консерватизма. Водолей начинает паниковать, когда у кого-то все четко запланировано. Врагом номер один для водолея является телец. Рыбы.
Это чересчур ранимый и спокойный, и самое главное, творческий знак зодиака. Они на дух не переносят непоседливых, шумных и полных бодрости стрельцов. Рыбы, глядя на стрельцов, немного завидуют, ведь им тяжело познакомиться с новым человеком. Они боятся, что нарушат свой тихий и уютный мирок. Друзья, как оказалось, враждебные чувства – это астрологическое поле боя. Чтобы не страдать от гнета зависти, злости и недоброжелателей, избегайте своих зодиакальных врагов. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Если вы хотите больше узнать о своем знаке зодиака и об интересах, характерах и нравах окружающих вас людей, оставайтесь с нами –